Вот Никитин дом, Никита Колесников, брата нашего. Вот и велосипед стоит. Потерявка без велосипеда никак. Закрыта. И дверь открывается, из этого закрывает ее. Вот здесь мы посадили цветы. Нянила Глушкова нам дала. Вот цветочки у нас. Вот. На нашей клумбочке с братом Никитой вместе садили. Здесь вот у нас с ним, что тут уже море травы взошло, все надо будет стяпывать. Это у нас смородинка, небольшие кустики нам, чуть Люба Минаева дала. Вот. Это вот тоже смородинка, вот смородинка. Так, это значит надо к нему заходить сзади. Сейчас я обойду дом сзади. Вот у брата Алексея, сейчас я покажу. Достроили вчера рабочий дом. Все готово уже. Мы уже уехали. Сейчас посмотрим. Домины настроили. Вот у Алексея пасутся козочки. Как у нас в деревне называли, деревянная скотина. То есть очень упрямая. Куда захочет, туда и лезет. Вот такой домик. Такие вот бревнышки. Не маленькие. Это сантиметров 30, наверное, в диаметре некоторые. Да немногие, да он вообще он большой. Посмотрю. Чем у нас все-таки Никита занимается, брат наш. Сюдущая да хвалит Господа. Да, коза? Ну, курочки тут ходят. Вот так вот проходим. Все в зелени покрыто. Сарайки делать надо все, полуразрушенные. Тут еще у нас все это не убрано. Еще убирать надо все. 3.43. Так, ну, вон брат Никита здесь у нас. Как, брат, у тебя успехи? Снимаю. Да, снимаю тебя. Тут уже у него кухня преобразилась. Надежда Васильевна приходила, Лапкина. Сделала печку, тут обмазала. Ровненько все сделала. Брат Никита тут подоконник сделал. Тут было вообще отсутствовал. Более-менее бруски вставил, тут все замазал. Ну, все, сейчас можешь что-то класть сюда. Окна вторые рамы вставили. Крашеные уже. Вот
это уже Михаилова работа по лоте. Тут он березки брал, чтобы сэкономить доски. Вот. Ступенечки сделал. Стояк к потолку идет. Все это он к стенке закрепил. Где на саморезы, где на гвозди. Как удобнее было. Розетки все заделал, чтобы ребята тут не сунули пальцы свои. Или еще что-нибудь. Вон они, видно, что запечатанные. Один выключатель тут только остался. Вот она, лампочка горит. Минус полпятого уже. Так. Здесь вот брат побелил тоже. Плиту установил. Ровненько сделал ее. Вот так вот, вот такие вот леса. Дальше пойдем. Сейчас посмотрим, чем там наш брат Михаил занимается. Я тут тоже, то у Никиты помогаю. Где окна сегодня вот мыл, вставлял вторые рамы. Разные другие дела делал. Вот все, от кур закрыта грядка. Ну и то, вроде бы даже старается залезть туда. Ручки еще не посажены. Много чего еще не сделано. О, ласточка. Парит на воздухе. У нас тут ласточки поселились у меня в доме. Сейчас покажу новое гнездо. В этом году они сделали. Вот брат Михаил тут строгает. Рубанком работает. Опиливает. Вот. Это верандочка. И вот новое гнездо у них, у ласточек. Быстро делают. Раствор у них очень хороший, везде прилипает. На любую поверхность. Вот дальше смотрим тут, чем наш брат Михаил занимается. А, попался ты. На работе попался. Вот такие вот он сделал столы, скамейки. Ну, отсылать ты будешь. Игнатьев ночью. Кого? Видео-то? Видео, да. Я не знаю, что ты говорил. Отсылать, не отсылать, я даже не знаю точно. Вот его первый шедевр. Давай я продемонстрирую, как туда залазить. А что там демонстрирует? Испытание ты должен я провести. Ну давай. А то скажут это. Повалился. Берем так. Раз. И на месте. О, здесь можно полежать. Это точно. Вот там Ангелина идет. Длина 1,80 м. Ширина кровати 75 сантиметров. Ну а что еще надо? Лёг и все. Для ребятишек это вообще шик. Столбики из плёна. Длинновые. Стоять будут долго. Это березовые. Это, ну тут непонятно, тут где сосна, где какой другой дерево. Да, они в основном сосну берут. В основном сосну берут. Может там где-то другой что-то. Здесь бары-то сосновые в основном. Да.
Так, сейчас туда зайдем еще. Ну вот это мне Игнатьич назначил личный кабинет. Что интересно, я думал, тут просто стенки. Оказывается, тут у них шкафы есть какие-то. Ой, сейчас я открою, нет. Вот. Здесь можно хранить полочки, вещи свои иду. Точно так же все. Здесь вот пол. Вот, сейчас буду немножко сделаю люк, а то тут он брусок тоненький сделанный на края. Еще надо увеличить. Вот, вот здесь вот брат тоже уже начал делать. Вот стол один сделал. Сколько он стол, Гриш, метров? 4,5. 4,5. Это уже Игнатьич назначил зал для занятий. Тут еще мы пока порядок не наводили. Больше ничего не делал. Вот такие вот он сделал ребра жесткости. Вот эта дощечка, где я рукой показываю. Так он был жидковатый, потому что из зимовки делаем. А вот это очень хорошо. Да, и вот эти, я говорю, ребра жесткости хорошо помогли доскам не прогибаться. И кусок осины. Доска слабенькая. Ну да. 2,5 сантиметра всего. Вот, а сейчас он делает... Что ты, лавку делаешь? Да, лавку. Здесь будем с ребятишками занятия проводить. Все просторное. Тут даже я увидел хорошие тоже у них сделаны шкафы. Открываешь тут. Вот, все. Пожалуйста, полочки делай и готово. Вешай одежду. Это что-то другое. Это вот тут вот пианино. Так трудовые будни проходят. Где на огороде? Вчера только занимался еще посадкой там. Арбузы высадил. Помидоры некоторые. Капусту. То есть работы много. Везде надо пропалывать. Тяпкой тоже убирать траву. У нас там полный огородчик почти засажен. Еще немного осталось засадить. И вот здесь вот еще тоже посадили грядочки, чеснока, лука. Вот. Все это поливается. Сегодня вот с утра дождик был, но уже почва высохла. Он такой был порывистый, но недолгий. А здесь у матушки отца Якима, матушка Людмила, растет морковочка. Тоже и помогаем поливать, тоже на это все время уходит. Слава Богу. Тут морковка, а там дальше у нее картошка. Сказал, если урожай хороший будет, то поделится с нами даже. Вот. Здесь вот она посадила, если я не ошибаюсь, лучок между чесноком. Чтобы были на следующий год семена севок. Чтобы самим ничего не покупать, садить сами. О, даже у нее картошка вон какая взошла уже. У нас такой еще нету. Какая большая у нее уже. Хорошо взошло, уже пора подокучивать, траву убирать. Вот так вот. Здесь вот мы тоже морковку посадили. Семена какие-то, не знаю, то ли плохие, то ли что, долго сходят очень. Хотя домашние семена, все, не магазинные. Поливаем через день. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.